Oh, my head is killing me. It feels like I have a concussion. And where's my crew? Oxygen leak. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth. My jetpack works. Well, mostly. Signs of life on this planet.
is going on here? What is the point of all this? Okay, I need to stay calm. Нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. How is this possible? Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудно. Maybe that trackway will lead me to my crew. Thank you.
самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился с мыслью о кончине. Но как бы мне хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. I bet I can make use of this. So the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Вирус распространяется все быстрее. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Однако мы не сдаемся. Мои коллеги работают без устали. Здесь мы имеем дело с неземными существами, поэтому многого мы не знаем. Задача очень... Поразительно. С каждым новым опытом ее пробы кажутся все более перспективными. Позже я занесу в журнал больше подробностей. Сейчас просто нет на это времени. Great. I think my mind is playing tricks on me. To find a way to turn this on.
Не следуй за мной! Either a vivid hallucination, or I'm not alone on this planet. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зеленый огонь», кажется достаточно высокой, и мы думаем, что они также могут служить источником пищи для остальной растительной жизни на планете. Чтобы успокоить моих коллег, я вернул генераторы на нормальный выход тока. Но результат... Я вдруг подумал, интересно, не является ли обилие энергии само по себе сдерживающим фактором военного конфликта? Опустили бы наши враги свое оружие, если бы узнали, что наши реакторы никогда не отключатся? Что осталось бы от их самодовольства, от того, что их флаг находится на Луне, если бы, глядя на Землю, они видели только неугасимый свет?
serious jetpacking.